Компания «Трансстрой» приглашает на работу в город Сургут. График вахтовый, зарплата достойная. Телефон 8-992-336-07-93, 8-992-336-07-94. По прогнозам синоптиков, 20 апреля в Анапе ожидается пасмурная погода. Днем возможны дожди. Температура воздуха днем до плюс 16 градусов. Ночью прохладнее, 8 выше 0. Ветер северо-западный от 3 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 11 градусов.